Так, ну до места назначения я добралась. Осталось как-то взобраться вот сюда. По-моему, это будет непросто сделать. Ай, особенно на одной ножке. А нет, оказалось не так сложно, как я это себе представляла. А вот спускаться, как я буду, вот это уже вопрос. И вообще, так надоело мне в больнице валяться, когда же уже нас выпишут-то? Так, какой сегодня у нас? Вторник же уже. Ой, мне же нужно цветочку и Гаю анализы дать. Сдадут, если хорошие, можно уже их домой отправлять. Доброе утро, Гай, доброе утро. Ой, а где цветочек? Ой, доброе утро, доктор. Цветочек поехала проводить квест. Доберись до туалета и сделай все свои дела с одной ногой. А, ну ладно, подожду ее тогда. Так, слушай, Гай, вам необходимо сегодня вот баночки сдать анализы. Если результаты будут хорошие, завтра я могу вас уже выписать. Выписать? Ух ты, здорово! Вы наконец-то снимете мне этот гипс? Ну, конечно. Так, стойте, доктор, а вот это зачем? Мне не нужна клизма, у меня нога болит. Не волнуйся, Гай, это не тебе. А, это что, цветочку, что ли? Ой, бедная, а зачем? Гай, ну что ты пристал? И не цветочку. У меня утренний обход, мне нужно все палаты обойти. Это следующим пациентам. У них с животом проблемы. А, ясно, доктор. Прыжок, опа. Удачно получилось, а то так можно и вторую ногу сломать. Помою ручки и в палату. Ой, доктор, вы уже здесь? Простите, я вас, наверное, задержала. Ничего, цветочек, я только зашла. Ой, я тебе тут мешаю, наставила всего. Сейчас уберу, проезжай. Спасибо, доктор. Ой, а клизма зачем? Что ж вы к ней так все пристали-то? Это не вам. Для вас баночки под анализы. Сегодня сдадите, результаты будут хорошие, завтра я вас выписываю уже. Здорово, ну наконец-то! Я так хочу домой, а еще больше хочу на работу к ребятам в детский садик. Как там они без нас? Я уже вся распереживалась. Еще из больницы не вышла, уже на работу побежала. Так, вот тебе баночка. Ой, а где ж у меня вторая-то? Ой, Полароте, я по дороге что ли потеряла? Гай, ладно, тебе попозже занесу. Давайте, разворачивайтесь, у вас еще сегодня по одному уколу. Еще уколы, доктор, может не надо, у меня уже все... Попа болит. Попа болит, а нога прошла. Так, давай, не дергайся, а то больно будет. Ой, да ну вроде всегда больно. Ой, да не ври, давай, такой большой уколов боишься. И цветочек давай, оп-а. Так, теперь по очереди ко мне в кабинет перевязочную. Будем повязки ваши с гипсами снимать. И рентген делать, смотреть, как там косточки срослись или как. Ой, ой-ой-ой, ай. Что такое, цветочек? Укол больной? Ну уж потерпи немного-то. Да нет, доктор, что-то живот сегодня прихватывает. Прям сильно так, раньше такого не было. Ну не мудрено, ребеночек ведь растет. Становится больше, пинает, наверное, тебя. Тем более, что не один он там. Тесно, наверное, уже ребятам. Думаете, доктор? Ну ладно, тогда ничего. Так, давай-ка я тебе тут размотаю все. Ну вот, считай свободен. Спасибо, доктор. Ай, нога так чешется после гипса. Ой, с ума сойти, как непривычно. Почешешься попозже, мне нужно посмотреть, что там с вашими косточками. Так, так, так. Ага. Так, лежим смирно, не двигаемся, фотографирую. Ну, что я могу сказать? Снимки отличные. Будем ждать результатов анализа. Ура! Здорово, спасибо, доктор! Неужели завтра мы уже выйдем на работу с цветочком? Интересно, а малыши обрадуются? Или они уже привыкли к новым воспитателям? Ну, насчет цветочка вперед не загадывай. Ее я еще не смотрела. Так, приступим. Доктор, у меня такой большой живот уже, что я даже не вижу, что вы там делаете. Цветочек, ну а как ты хотела? Сроки беременности подходят к концу, совсем скоро ты увидишься со своими ребятишками. Скажете, тоже скоро, еще целый месяц. Ай, ой, доктор, ну вот опять, ай, живот. Ну если волнуешься, давай я тебе УЗИ сделаю. Так, ну-ка посмотрим, как там малыши. Ой, какие активные, ну я же говорю, пинаются. Ой, цветочек. Ой, слушай-ка, что там, доктор? Там что-то не так? Да все там так. Просто видишь ли, я вынуждена тебя не выписать, а перевести в другую палату. А что, доктор, что случилось? Ну говорите, не тяните, я сейчас с ума сойду. Не волнуйся, цветочек, все хорошо. Просто у тебя двойня же, такое бывает. Ребятишки решили появиться пораньше срока. Думаю, неделька-полторы, и все будет готово. А может, даже и раньше. Доктор, вы меня не выписываете? Я не поеду завтра домой? Я останусь в этой больнице еще на полторы недели? Нет. Что нужно подписать, чтобы я домой поехала? Я тут не останусь. Я и так тут.
тут провалялась 2 недели. Я хочу домой, хочу в ванну. Хочу встретиться с ребятами в детском садике. Ну вообще, да какой-то беспредел. Что случилось, цветочек? Нога еще не зажила? Нога-то как раз зажила. Доктор говорит, что малыши появятся раньше срока. И домой меня не отпускают никак. А, вот оно что. Цветочек, ну нужно о малышах в первую очередь думать. Родишь, и выпишут тебя домой. Конечно, тебе легко говорить, не ты в этой больнице остаешься, а я. И вообще, я решила, я буду писать отказ от госпитализации. А, так что, не останешься? Может, подумаешь еще? Нет, нет и нет. Я домой хочу, хоть на день, хоть на два, но чтобы дома побыть. Успокойся, цветочек. Чем больше ты нервничаешь, тем быстрее могут появиться ребятенки. Так что давай, я тебе тут справку выписала. На 2 дня иди домой, а потом возвращайся в палату. Ой, спасибо, доктор. Ну вот, а ты нервничала, цветочек. Все разрешилось. Ну что, доктор, выписывайте на завтра. Анализов жду. Размечтались уже. Может, оба домой не поедете. Ой, да, и точно же. Ну ладно, ждем тогда завтра. Ой, смотрите-ка, я им еще ничего не сказала, они уже чемоданы собрали. Что, дорогие мои, выспались? Домой хочется, наверное. Доброе утро, доктор, ну что там с анализами? Все у вас отлично, мои дорогие, лечение прошло успешно. Я вас выписываю, можете быть свободны. Круто, спасибо, доктор, я так рад. Цветочек, ну что? Гай, что-что, я тебя уже тут с чемоданом жду, поехали давай. Ты когда успела-то? Ладно, сейчас кроссовки одеваю и погнали. Спасибо еще раз, доктор. Да не за что, это моя работа. Цветочек, скоро увидимся. Будь осторожна. Гай, я в ванну. 2 часа меня не беспокоить. Все понял, цветочек. Если что нужно, кричи. Вау, мой любимый диван. Как же круто. Ой, ой, Гай, Гай. Срочно вызывай скорую. Кажется, началось. Цветочек, что началось? Что началось-то? То, что доктор сказала, будет раньше. Быстрее, я боюсь, что не успею доехать до больницы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Гай, быстрее, ну что ты стоишь? А, я все понял, цветочек, все, я за телефоном. Давай, держись. Ну вот, цветочек, я же говорила, что встретимся. Давай, лежи, готовься. Ничего не бойся, все будет хорошо. Спасибо, доктор, да. Я не думала, что это будет так быстро. Отдыхай, набирайся сил, я пока все в палате подготовлю. Нам нужны будут весы, чтобы сразу ребеночка взвесить. Сейчас еще попрошу 2 кроватки принести. Нужно будет же малышей куда-то ложить. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Ой, цветочек! Цветочек, ну что там? Доктор, кажется, началось. Ой, ты, я еще ничего не подготовила. Бегу, бегу!